У нас сегодня первый учебный день. Стреляли по школе, там убитый ополченец, убитый учитель. Стреляли по детям. Первому учебному дню, по первому звонку. Стреляли специально, обстрел был с установки «Ураган», накрыло очень большую. А можно я по доске? А скажите, это перемирие? Вот идите сюда, посмотрите, пожалуйста. Вот это перемирие. Это они называют перемирие. Вот это все перемирие. Уйди, смотри. Сейчас. У нас прошла линейка, и мы пошли на первый урок, который был посвящен городу 145-летию города Донецка. Когда заканчивался урок, это было в 9:50. И в это время начался взрыв? В это время начался взрыв, потому что я вышла из кабинета. Я только успела выйти из класса, в котором мы были. А детей? Полетели стекла, угу. Естественно, дети упали на пол, и мы начали их выводить. Вывели в подвал. Никто не пострадал из детей? Из детей не пострадал никто. А родители, учителя? Пострадали родители, убит учитель, убит родитель. То есть двое погибли, да? А раненых? И один боец. И один боец. Да. То есть трое погибших. Четверо получили ранения. Это родители. У одного очень серьезное ранение. Да я с тобой его отвезу. Масса пострадавших, поступивших. Точной информации нету. Много мирных жителей. Всем оказываем помощь. То есть вы знаете, от чего они пострадали? Нет. Пока не знаю. А сейчас нету погибших. И сколько погибших? Трое. И сколько? А какие? То есть ты получили ранения? Мирные жители. А как? И сколько получили ранений? Около 50 человек.